Всем привет! Тема видео «Заработок в интернете». И речь пойдет о экосистеме Giton. Об этих сайтах я уже снимал видео, и кому интересно более подробную информацию, можете найти на моем канале в плейлисте «Заработок в интернете». Этот сайт уже работает больше чем полгода. В течение 3-4 месяцев они платили исправно, и об этом я уже говорил в предыдущем своем видео. Ну а сегодня я вам расскажу, что происходит нового в этой экосистеме Giton, и что происходит, есть ли выплаты или нет, и как можно все-таки заработать и вывести теперь на этом сайте. То есть в этом видео я расскажу о всех новинках, что произошло за последние 2 месяца. Было создано много новых сайтов, один из них под названием Giton VIP, также Giton Global, он был создан именно для Азии, то есть для тех стран, и как дальше мы увидим, что не очень-то он и развивается. Ну а вначале давайте посмотрим, какие монеты. Было создано 5 монет. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая монета. Значит, монета LOS сейчас уже не существует в Гетоне. Она остановила свой стейкинг и все остановила. Почему? Потому что компания, которая здесь находилась и была связана с ним, они разорвали контракт с Гетоном и создали свою экосистему. И свой сайт, и свою новую монету. И ссылку на этот сайт я вам оставлю. Почему? Потому что это более интересный момент к заработке. И я сниму по этому поводу другое совершенно видео, в котором более подробно расскажу об этой новой монете. Но сейчас вернемся к Гетону. Значит, смотрите, на всех монетах нету стейка. Абсолютно. Раньше мы могли ставить в стейк монеты и зарабатывать гроши. Например, было у меня 100 монет прон, я их ставил в стейк и каждый день снимал проценты в гроши уже. И сейчас я вам покажу, сколько я поставил на вывод здесь. Смотрите, у меня стоит 4 вывода общей сложностью 800 грош, то есть 800 евро. Но, как вы видите, все в ожидании, пендинг написано, и ни одной выплаты не произошло. Монета People тоже стоял стейкинг у меня, и тоже я сделал один запрос на вывод. Минимальный запрос 200 грош. И вот стоит в ожидании с октября месяца. Там еще с сентября даже. Ни одной выплаты никто ничего не получил с этих двух сайтов. Ни с People, ни с Prona. Litecoin, я говорил, что он уже закрылся. Ну а эти две монеты, у них так и не появилось стейкинга. Ну а теперь перейдем к следующим сайтам, где можно было зарабатывать. Значит, Giton Global. Здесь у меня стоит 2 стейка. Так, открою сейчас и покажу. Стейкинг стоит у меня на 50 грош и еще на 50 грош. И каждый день я получаю 0,5% с этого стейка. Ну и что же я здесь заработал? А заработал я, как вы видите, 18 грош. И теперь новшество, о которых я хотел рассказать. Здесь теперь появился еврогрош. И что же нужно? Теперь эти монеты ставим в стейк, забираем гроши, а потом ставим на обмен. Вот кнопка swap появилась. И ставим на обмен. И когда вот здесь вот у нас появится, после обмена, то тогда мы только сможем поставить на вывод. Вывод
вывод здесь сейчас на, возможно, на банк и на биткоин кошелек. Например, на банк мы можем вывести только от 50 грош, евро грош. Поэтому я не вижу смысла вообще работе здесь на этом сайте, на Global, потому что абсолютно все зависло здесь и стейка сейчас нету. То есть, если вы даже и зайдете сюда, то вы не сможете положить здесь и зарабатывать. Но какие изменения произошли на Giton Trading, на котором я зарабатывал и выводил деньги. Сейчас я вам открою свои выводы. Вот смотрите, я начал зарабатывать и выводить здесь еще с 24 июня. Первый вывод был 30 грош, потом 78. И потом пошло увеличение, так как я закупил много монет. И дальше пошло вот эти все выводы, платили, как мы видим, до 10 августа. 10 августа я последний вывод поставил, и мне где-то заплатили его в сентябре. Следующий ставил, который я на вывод, вот три вывода, 600 грош. Они стояли до декабря месяца, никто их не выводил, никто не получал. И сейчас что произошло? Как мы видим, перешло на свап, на обмен, потому что сделали еврогрош теперь. Итак, что же произошло? Как вы видите, я получил вывод и получил его 9 декабря. То есть Giton Global, эта экосистема, начала опять платить. Три месяца не платили, и вновь произошла оплата. 30 грош я вывел. И что же здесь тоже нового? Как мы видим, здесь все эти три вывода 600 евро, они их отменили и поставили на обмен. И я один этот вот свап, этот обмен, я его отменил. Вот видите, здесь есть кнопка «Закрыть». И сделал это неправильно. Я отменил этот обмен и хотел поставить еще в стейкинг, но оказывается, стейкинга на Giton Trading тоже нет. Вот теперь видите, у меня эти монеты в 100-200 евро, у меня теперь здесь зависли и неизвестно, что с ними дальше будет. Появится стейк или нет, я не знаю. Ну и сейчас что происходит? Как вы видели до этого, 30 евро я уже вывел, и сейчас у меня стоит 39.40. В принципе, я могу сейчас поставить на вывод, но я этого делать не буду. Сегодня суббота, завтра воскресенье, в понедельник поставлю, и уже будет больше монет. На банк можно выводить от 10 грош, евро грош, но я этого делать не буду. И за эти два дня у меня как раз будет уже где-то 50. Почему? Потому что каждый день вот отсюда оно переходит вот сюда. А здесь я собираю также стейк. У меня здесь стоит в стейкинге. Да, вот 100 грош стоит в стейкинге. И тоже стейка нету. Значит, у кого есть монеты грош, они могут сейчас переходить в евро грош и можно их выводить. Вот такие новости произошли. Ждали все это 3 месяца и вновь стал сайт платить. Ну а что делать с монетами, которые у вас остались без стейка? Что с ними делать? Сейчас обновился сайт Giton Exchange. Это там, где был обменник. И теперь здесь появился тоже много новшеств. Здесь появился стейкинг, здесь появилась реферальная система. Появилась ссылка на рефералов, поэтому ссылку на этот сайт я тоже оставлю в описании. И это, в принципе, самый такой главный сайт теперь во всей этой экосистеме. Почему? Потому что только сюда можно все перевести монеты. Что я и сделал? Я из Прона, из Пипла перевел все туда монеты. И как вы видите, сумма у меня монет на 26 тысяч. И я поставил стейкинг. Стейкинг здесь есть. Это единственный сайт, где есть стейкинг.
Стейкинг можно ставить не больше 5000 грош в день. Что, как вы видите, я и сделал. Я поставил все эти монеты в стейк. Вот, еще осталось у меня на 2 дня. Вот, еще прон, еще осталось. Завтра поставлю оставшиеся. И, как мы видим, здесь тоже я уже получил со стейка 6 евро грош. Поставил их на обмен и вот теперь ожидаю. Как это будет, долго или быстро, никто пока не знает. Все это новшество, все это новые такие обновления. И будем ожидать, что же будет дальше. Но факт тот, что Giton Trading начал выплачивать. Ну и надеемся, что Giton Exchange также будет выплачивать. Я здесь получал тоже выплаты. Сейчас покажу. Вот три выплаты я здесь получал. Платил он тоже исправно. Последняя выплата была 7 августа. И здесь небольшие суммы я выводил. В общей сложности я с этих сайтов вывел больше 1000 евро. Ну и последний сайт — это новшество Giton VIP. Я здесь думал, что будут пакеты тоже разной стоимостью. Но оказался здесь действительно VIP, и нужно заплатить 125 тысяч. И только тогда появится у вас этот пакет. И только тогда вы сможете дальше развивать эту систему. Поэтому о Giton VIP можно, в принципе, забыть. В принципе, все, что я хотел, я рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы по этой экосистеме, пишите в комментариях, обязательно всем отвечу. Ну и на этой радостной ноте, что Giton Trading начал платить, закончим это видео. Поэтому переходим по ссылкам в описании и регистрируемся, получаем монеты, ставим стейк и зарабатываем дальше. Все, всем спасибо за просмотр. И всем пока!